Его снесли. Какие-то зомбаки вообще дохлые. Не, подожди, получилось. Это же наш бур. Да! Мы отбили наш бур. Короче, мы уделали сегодня растений. Победа! Чё как, брос? Вы на канале Let's Cos, и мы тут очень быстро защищаем нашу спорную зону, потому что я забыл нажать запись. Вот такая вот фигня случается, но нашу базу мы спасем и даже поставим здесь кого-нибудь на защиту. Ты чего стоишь? Иди базу защищай! Так, нам пора защитить бур. Чё-то бревна здесь у нас разгулялись. Иди сюда, бревнище, иди сюда. На! Есть одно бревно, вынесли. Вот еще одно бревнище. Сейчас мы сделаем супер удар. Так. Сейчас мы пробьем его защиту. Хе-хе-хе, мандаринчик. Кто любит мандаринчики, сорян, мы только что его расквасили. Так, откуда фигачит бур? Воу-воу-воу-воу! Ага, бревно не ожидало, что мы за него подшатаем. Так, я ж что-то потерял контроль. Рекрута нашего мочканули. Так, возрождаемся и мчим скорее, пока наш бур не расфигачили. Надеюсь, мы успеем. Так, это что за туннели такие? Ах ты ж макодявка, стоишь, да, вот здесь? Стоишь? Надя! Все, быстро мы его мочканули толпой. Вот еще одна шмакодявка. Давай, толпой! Мы просто его задавили тупо, да? Да, мы его задавили? Да, мы его задавили, сейчас посадим бота сюда. Вот она, шмакодявочка наша. Иди сюда, желудь. Да, мы его мочканули. Хе-хе-хе. Вот еще растенница наша. Сейчас мы посадим дружка. Дружок, давай мочи. Мочи, дружок. Так, это что за фигня? А, это свои. Я еще не ко всем привык. Так, это наш. Где? Вот они! Давай! Давай! Супер удар мимо пролетел! Он мне просто взял со своей базуки, блин, со своего бревна в спину. Так, сейчас мы успеем... О, у нас два рекрута в команде, это отлично. Так, где Мочилова? Вот эта шмакодявка, иди сюда. Зря супер удар потратил опять. Ничего. Так, держись, бро. Е-хе-хе-хе-хе. Он даже не видит, что я тут иду, его и в спину бью. Так, куда уполз? Я вот за этим чисто охочусь. Хе-хе-хе-хе. Мы его размазали, отлично. Ищем следующую шмакодявку. Блин, я туда не пойду, там просто... А, бревнище! Вечно меня это бревно сносит. Так, пора этому бревну дать ответ. Мы возьмем... Давай тебя, чувак. Так, мы взяли рокера.
У него что, болгарка, что ли? А, у него лук. Так, бур наш ушатали на 37%. И тут просто... Так, походу ты у нас типа снайпер, да? Я еще этим чуваком не играл, так что если я буду тупить, вы мне в комментах потом отпишите, где я и в чем тупил. Ты бревнище, иди сюда. Ну, в целом неплохо. Одного снесли. Вот это я понимаю. Блин, он мне нравится уже. Так, еще мы можем динамит забросить. Бревно, бревно, бревно. А, бревно, не уйдешь. На тебе динамитика. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, меня раздавили, но я закинул динамит прямо от души. Давай, давай, возрождайся. Сейчас наш бур снесут. Нет. Его снесли. Какие-то зомбаки вообще дохлые. Не, подожди, получилось. Это же наш бур. Да! Мы отбили наш бур. Короче, мы уделали сегодня растения. Победа! Персиковый район, захват газона. Судя по всему, я сейчас буду играть за растеньице. Я хочу, конечно, взять бревно. Вот, вот мне прям в кайф играть этим дрыном. Так, дружбана. Где можно бросить дружбана? Сейчас отовсюду просто через 20 секунд посыпятся зомбаки. Так, дружбан, 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 садись сюда. А, возьмем пулеметчика. Так, у нас 10 секунд, сюда возьмем. Во, давай, тебя. Сади, сади. Че он там стоит? Все, волна пошла. Волна пошла. Так. Давай. Хе-хе-хе-хе. Ща мы бухнем. Ух ты, снайпер. Снайпер, да? Вон, снайпер. На тебе. Хе-хе-хе, в дыню. Мы зомби попали в дыню. Так, так, это еще что за штука летающая? Меня опять подбил попугай. Так, быстрее, быстрее, быстрее. А, рекрут, не ожидал, да, что тут бревнище тебя будет ждать? Да, мы его уложили. Это хорошие новости. И еще один рекрут сразу тут у нас. Во-во-во, откуда вы? Да ладно, тачку взорвали. Птица противная, противная птица, надо ее сбить. Надо сбить эту птицу. А, откуда вы? Ах ты, пират! Так, давайте сменим кого-нибудь по-по-по-по-по-по-шестрее. Блин, опять забыл скилл прокачать. На.
На мину что ли нарвался? Это что-то прячется. Так, наши дружбаны, дружбаны. Вторая попытка. Что-то мне этот кукурузик вообще не нравится, он какой-то корявый. Я шучу, на самом деле он не корявый, я просто еще к нему не привык. И я думаю, мы с ним даже подружимся. Ух ты, собака такая, иди сюда. Воу-воу-воу-воу-воу, хп-хп-хп-хп. На тебе в дыню. Он меня удивил. Ай, ладно, не он. Ну тогда не обидно. Этот сбоку с подтяжка просто пока мы перестреливались. Хорошо, давай, кукурузник. Последний шанс тебе. И если я к тебе не привыкну, возьмем походу бревно. Так, это что за фигня? Защитить Уно Тако. Погоди, Уно Тако это? Где Уно Тако? На! Подожди, мы что, друг друга ушатали? Я что-то нифига не понял. Так, короче, берем мандаринку. У мандаринки у нас здесь покруче прокачан скилл. Вот только скорости не добавилось. Ах ты, спотешочник! На тебе просто. Заморозила собака. Они меня просто обездвижили. Вот зомбаки, они вообще красавчики. Они ходят чисто толпой. И когда кто-то один к ним попадает, тебя просто выносят в пух и прах. Если они тебя не замочат пушками, они тебя просто загрызут. Так, давай бревно. Я с тобой. Так вот, собака, кто делает эту штуку? А давай! Их было несколько. Кажется, трое. Они очень хорошо обложили свою базу, и чёт наш вообще... Растения дают просто фору им. Давай, 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 кати, кати, кати. Ща мы бухнем. Хе-хе-хе-хе. Обжарили. Кажется, мы все-таки отобрали у них территорию. По крайней мере, пока. Так, подмогу посадили. А! Что происходит? Что происходит? Давай, 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 давай. Нифига они меня вынесли. Так, давай возьмем. Мы возьмем. Блин, бревно неподвижное. Я опять забыл прокачать скилл.
О, грибочки, слушай, они пошустрее у нас будут. Что-то мне этот грибочек вообще не зашел. Рекрут просто нас с одного удара положил. Возьмем обратно мандаринку. Давай. Мы положили рекрута, но сейчас положит нас. Я знаю, кто здесь нужен. Здесь нужен дрын. Дрын, пойдем. Блин, зомбаки там все нафиг захватили. Там, походу, какая-то команда рубится. Харапей, давай ползи. Раскатали. А, рекрут попал, ты попал, и ты тоже попала. Они решили просто на два дуба напасть, да? С дубу рухнули. Ой, смотрите, какой безобидный зомбак тут ходит. Ты что, бессмертный, что ли? Старый хрыч, иди сюда. Ну, на меня бочару решил свою скинуть, да? Смотри, какой живучий пиратище, а? За предел... Чё за... Какие нафиг за пределами? Блин, короче, нас зона расквасила. Покатили. Да хары печа спалят. Так и думал, что спалят. От собака. Так. Хоп. ХП подка... Или обратно. Храпеть. Там зомбак. Ага. Старикашка, я тебя поймал. Да они просто втроем на меня. Вчетвером зажали с четырех сторон. Где растение? Надо держаться возле своих, потому что у одного вообще нет шансов. Да чё ты тут распелся? Доползи сперва. Так, я опять один пошел в оборону, да? Ну, на этом наша игра подходит к концу, потому что мне выдали ошибку. Видимо, сервер перегрузился, но... Надеюсь, вам понравилась эта игра. Если это так, жмите лайк, жмите подписаться, напишите что-нибудь в комментариях. А с вами был Let's Cos. До встречи. Скоро будет новый видос.